Карачаевске по поручению главы Карачаева-Черкесии начата работа по капитальному ремонту подпорной стены и дороги на улицах Советская и Байрамкулова. Часто поступали жалобы и обращения от жителей с просьбой решить данную проблему. О том, как идут работы, расскажет Аслан Герюгов. Жители Карачаевска, проживавшие по улицам Советская и Байрамкулова, часто обращались с просьбой отремонтировать подпорную стену. Изначально данные улицы не входили в муниципальную программу повышения безопасности дорожного движения на 2020 год. Их планировали отремонтировать в следующем. Но из-за долгого периода эксплуатации стена сильно повредилась, и работы начались в этом году. На сегодняшний день она полностью демонтирована, и работы ведутся в полном объеме. В начале июля месяца мы заключили контракт с подрядной организацией, и в данный момент ведутся работы. Там подпорная стенка, она уже рушилась, крендала, и вот постепенно она начинала сползать. И это имело опасность для дома Курджиева 3, который непосредственно находится над дорогой, над подпорной стенкой. Вот. Поэтому начаты работы. В данный момент там демонтаж старой подпорной стенки сделан, и ведутся работы уже по строительству новой подпорной стенки. Также Руслан Башлаев отметил, что по плану до конца этого года, помимо замены подпорной стены, также планируют асфальтировать дороги, общая площадь которых составит 2500 квадратных метров, и начать капитальный ремонт дворов. По проекту там предусмотрено и благоустройство верхней части над подпорной стенкой. Там получается верх подпорной стенки – это дворовая территория. То есть там будет партерное озеленение и перильное ограждение вдоль подпорной стенки, чтобы обезопасить людей, чтобы ребенок или кто-нибудь не упал оттуда. Данные объекты отремонтируют поэтапно, по утвержденному графику, и сдадут до конца 2020 года. Аслан Гелюгов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.